Доброго дня! Я вітаю всіх глядачів програми «Я тут живу» і знову запрошую вас до світу, в якому мені комфортно і цікаво. І сподіваюся, що таким самим комфортним і цікавим він буде для вас. Отже, будемо сьогодні спілкуватися з гостями студії, будемо говорити про цікаві речі і розпочинаємо ми з того, що вирушаємо у часи середньовіччя. Протягом багатьох років вже в Миколаєві існують клуби історичного фехтування та реконструкції середньовіччя, які займаються можна сказати, доволі новим, але таким спортом, який набув останнім часом популярності в усьому світі. Спорт цей називається історичний середньовічний бій. Сьогодні багато молодих людей цікавиться таким видом змагань, і він дає можливість поринути у лицарську романтику, у вир справжніх чоловічих випробувань. А ще можна сказати, що такий середньовічний бій, він стимулює інтерес до вивчення історії. Цікаво, що до лицарських клубів, я думаю, що їх можна ще і так назвати, не тільки клуби історичної реконструкції, а й справжні лицарські клуби, приходять люди різних під час дуже серйозних професій, таких, що не можна пропустити захоплення грою. Дорослою, чоловічою, але грою. Тут можна зустріти і лікаря, і фізика, і актора, бізнесмена, хіміка, неважно, хто ти у повсякденному житті. Але коли вдягаєш обладунки, коли береш в руки меч, то одразу відчуваєш себе якось інакше. Справжнім, мужнім, благородним лицарем, який без страху стає до бою. Сьогодні, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б в дитинстві не зачитувалася пригодницькими романами сера Вальтера Скотта про лицаря Айвенго, сагами про володаря перснів Толкіна чи легендами про лицарів Круглого столу. Хлопці бачили себе, звичайно, у ролі мужніх лицарів, а дівчата мріяли стати чарівними принцесами. Але мало хто знає, що лицарство не тільки не вмерло, залишившись назавжди у книжках, а насправді продовжує своє життя і сьогодні. Поряд з нами у 21 сторіччі не тільки в Європі, де це було б певною закономірністю, а й на просторах України і навіть у Миколаєві живе воно у серцях тих, хто обрав для себе шлях мужності та суворих лицарських випробувань. І ще на початку 90-х років на території колишнього СРСР сформувався молодіжний рух середньовічного фехтування та реконструкції, який згодом виріс у повноцінний професійний вид спорту під назвою «Історичний середньовічний бій» або ІСБ. За останні роки у багатьох країнах світу було сформовано національні збірні з цього виду спорту, які беруть участь у міжнародних лицарських змаганнях. Такі змагання з великим успіхом проходять і в Україні, де діє багато клубів, які практикують історичний середньовічний бій. Найчастіше турніри проходять у великих середньовічних фортецях нашої країни, таких як Білгород-Дністровська, Меджибіжська, Кам'янець-Подільська, Хотинська, Судакська фортеці, садибі Мстиховського та Тростянецькому подвор'ї. Під час турнірів з ІСБ бої відбуваються у різних історично-достовірних номінаціях, які були відтворені завдяки середньовічним книгам та манускриптам з мініатюрами. Найпопулярнішими з них є індивідуальні номінації, такі як щит-меч, меч-баклер або маленький щит, меч-на-меч та групові бої. Наприклад, масові бугурти, коли рицарі йдуть стіна на стіну, або 21-21, 5-5 чи 3-3 бійця. Кожна з номінацій оцінюється суддями по різних критеріях, згідно з чіткими правилами цього виду спорту. Отже, любі наші миколаївці, я вітаю вас сьогодні з Білгород-Дністровської фортеці, де саме сьогодні, саме зараз проходить відкриття першого фестивалю лицарських боїв історичного середньовічного бою під назвою «Меч Монкастро». Сюди сьогодні з'їхалися представники різних клубів історичної реконструкції та історичного середньовічного бою зі всієї України, які будуть сьогодні змагатися за право назватися першим чемпіоном цього лицарського турніру. Вони сьогодні, як і я, в справжніх обладунках, і вже через декілька хвилин вони поїдуть у смертельно небезпечний бій, щоб здобути лицарську звитягу і лицарську честь, називатися переможцем цього трирічного дійства. Організатором цього турниру виступив харківський клуб історичного фехтування «Ріттер», голова якого Сергій Клочко є одним з авторитетніших організаторів турнірів та фестивалів історичної реконструкції в Україні. Цей фестиваль став початком цілої низки змагань, які відбудуться у фортеці впродовж цього року у різних форматах.
Хочеться зазначити, що бої у цьому виду спорту ведуться у повному контакті, а справжню середньовічну зброю замінюють достовірними, але безпечними макетами, які при цьому зберігають вагу та форму оригіналу. А ось лицарські обладунки є справжніми копіями середньовічних зразків, і щоб носити їх, треба мати певну підготовку. Отже, як бачимо, лицарство живе поряд з нами, живе у серцях і думках тих, хто мріяв про благородні подвиги і зміг зробити свою мрію реальністю, яка стала справжнім та серйозним видом спорту, до якого може долучитися кожен охочий, кожен, хто відчуває поклик пригод у своєму серці. 18 травня вся культурна спільнота світу буде відзначати Міжнародний день музеїв, а 16 травня відбудеться акція. Я так думаю, що відбудеться вона по усьому світу, в нашому місті абсолютно точно, в усіх миколаївських музеях. Ніч у музеї. В нашій студії директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Миколаївич Росляков. Добрий день. Добрий день. Сергій Николаевич, во-первых, з приближающимся вас профессиональным праздником. Спасибо. Это очень важно сегодня, потому что музеи, как никакие другие учреждения культуры, они остаются такими островками гармонии, радости, просвещения, такие духовные скорбницы, что, ну, наверное, ну, невозможно переоценить сегодня значение, важность музея для всех нас, для всей нашей страны, для каждого в отдельности. Ночь в музее, в Николаевском областном художественном музее имени Василия Верещагина. Какой она будет в этом году? Ну, будет она обязательно, будет не такая, как всегда, потому что мы по-разному проводили. Это, в общем-то, общеевропейская акция «Ночь в музее». Она по-разному проходит во всех музеях Европы. Кто на что гораздо. Ну да, значит, причем придумали ее парижане. Вот это было еще в 90-е годы прошлого века. И вот с тех пор она проходит практически во всех музеях, ну, крупных музеях, безусловно, Европы, в том числе, естественно, и у нас. Мы проводили по-всякому эту «Ночь музеев». Ну, у нас в этом году мы выбрали такой вариант, значит, что, значит, во-первых, у нас будет небольшой концерт. Начнется это все в субботу с 11 утра. С 11 утра и будет длиться у нас до 22 часов вечера. Значит, в 11 утра у нас будет концерт лирической песни, романса и фильмов и песен из, наверное, излюбленных кинофильмов. Значит, вот такой вот небольшой концерт. Затем у нас с часу дня, с 13 часов, где-то до 3, наверное, 4 часов будут мастер-классы. У нас, вы знаете, сейчас проходит выставка на третьем этаже «Едина родина». Это творческие семьи художников Николаевщины. Ну, там разные вещи абсолютно, там и ткачество, и вот и нанки, и роспись, вышивка. И вот будут мастера из нескольких семей давать уроки, ну, такие мастер-классы, как, какими силами, какими средствами выполняются те или иные вот эти вот прикладные вещи, в основном прикладные вещи. Значит, это тоже, на мой взгляд, очень интересно, очень важно с точки зрения передачи вот, мастерства, передачи желания хотя бы что-то сделать другим людям. И когда, знаете, у человека же он такой вот, он смотрит, ему что-то нравится, ему тоже хочется сделать. Это качество. Ну да, когда в компании вроде бы как-то конечно, проще и легче втягиваться. Проще, легче, это очень хорошо, и мы это, вот мы уже делали это, но вот в этом году еще раз, тем более на фоне этой выставки замечательно, она, кстати, до 21 будет мая еще работать, поэтому николаевцы и так могут прийти на нее посмотреть эти работы. Значит, ну и вот у нас будет еще уже в 7 часов вечера, 19 часов, для круга вот наших друзей музея, наших спонсоров, помощников наших, такой специальный, значит, музыкально-художественно, я бы сказал, такой костюмированная акция, которую мы назвали «Возлюбленные музы». Ну, не секрет, что художники всех времен, стран, поколений, они без муз не могут. Значит, и музы в больших количествах, иногда даже, может, чрезмерных, окружают художников. Да. И мы начинаем издалека, начинаем от времен эпохи Возрождения в Европе, от великого Рафаэля,
который очень был любвеобилен в этом смысле. И мы знаем, что лучшие Мадонны мира написаны этим художником. Это музы. Это на музы, самом на самом деле это музы, да. И мы их знаем по именам, от Форнарины до там, остальных. Значит, а заканчивать будем уже 20-м столетием, тоже не менее, наверное, известным художником Эмедео Модильяни. Вот, там же да, Репин пожалуйста. У нас, и Репин у нас, Илья Ефимович, он тоже оказался. Он, в общем-то, почти наш земляк, он из Харьковской губернии, вообще-то, родом. Ну, да, да, тут всего ничего. Да, 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 до Харькова ехать недалеко. И вот он тоже, оказывается, значит, тоже был большим любителем, значит, муз. И вот рассказывают и про Репина, и про Модильяни. Очень достаточно интересно, мне кажется, что такая программа, которую можно будет и повторить для желающих. Для желающих, она да. довольно продолжительная, да, наверное, будет часа под 2 часа идти. Причем там будут сами музы появляться, значит, вот. Сергей Николаевич, приоткройте тайну. В роли муз будут выступать сотрудники музея? Да, сотрудницы. Понятно. Но это вообще просто какой-то... Сотрудники музея тоже открывают в себе новые грани талантов и таким образом... Вы знаете, жизнь, она не стоит на месте. Музеи, вообще-то, в принципе, музеи достаточно консервативные организации. Но, тем не менее, вот время меняется, и столетия за столетием проходят, и меняются музеи. Значит, если брать музеи первые европейские, современного типа музеи, от эпохи Возрождения до сегодняшнего дня, они прошли, конечно, гигантский путь. Гигантский путь, ну, это и отдельная ваш музей тема. Разменял второе столетие. Да, и мы тоже в этом году уже будем действительно выходим на 101, вышли на 101 год. Это у нас будет первый год уже следующего столетия, о чем мы публично и заявим. Значит, 6 июня. Недолго тут осталось ждать уже, да. Встретим и с выставкой новой, интересной, которая откроется в конце мая. У нас в музее, ну и еще ряд мероприятий будем проводить на первую годовщину второго столетия. Тоже праздник, тоже праздник. Да, тоже праздник. Так, красивая такая дата, 101 год. 101 год, да. Палиндром практически, да. Да. Мы шутим уже, значит, так вот, что музей уже второе столетие с городом находится, то у нас мы говорили, что мы первое столетие. Первое столетие. Теперь уже мы второе столетие с городом, да, вместе. Ну, не только с городом, и с областью, и с нашими... земляками, с нашими гостями нашего города. Причем я вот хочу сказать, что перед самым праздником мы практически получили, я вам уже говорил, получили подарок из Индии. Нам пришел огромный фолиант, такой альбом, который называется «Индийская поэма Василия Верещагина». И вот я, вы знаете, меня заставило задуматься. Оказывается, он столько сделал огромных полотен, и которые сейчас находятся не только у нас и там в других городах, но даже в Калькутте, что, и, наверное, Верещагин все-таки фигура настолько гигантская, что мы ее по сегодняшний день еще не очень оценили, потому что точно такой же фолиант можно издать, например, «Верещагин и Балканы», «Верещагин и Центральная Азия», «Бухара, Самарканд», «Верещагин и Япония», Верещагин и Карибский бассейн, Соединенные Штаты. Ну, художник, конечно, был потрясающий, энергетики. За 60, ведь он прожил всего 62 года. В принципе, ну, это, наверное, немало, но и не так уж много. Было много художников, которые больше его прожили. Но он за это время успел объездить, ну, практически весь мир. Потому что если брать вот так вот по земному шару, это и американский континент, и Тихий океан, и Азия вся, Европа вся. Ну, вот и рядом с Австралией был, вот разве что в Антарктиде не побывал. Значит, и прошел буквально, ведь он же посетил такие легендарные места, как Гималаи. Он дважды совершил экспедицию в горную страну Сикким около Непала сегодняшнего.
Это места, куда, в общем-то, в то время европейцев не особенно охотно пускали. Да никого туда. Если в принципе пускали. Никого туда, да, так особенно старались не пускать англичане, потому что это был их регион. Но вот ему как-то удавалось. Ну и сами индийцы не приветствовали проникновение очень, такие сакральные практически совершенно места. Верно. Но дело в том, что он оставил еще, ну не совсем может быть он, а Елизавета Кондратьевна, его супруга, он с супругой путешествовал. Она оставила великолепные записки, уникальные для Европы того времени, это, считайте, середина XIX века. Путешествие в Гималаи. Кашмир – это западные Гималаи, и Сикким – это восточные Гималаи, совершенно разные Гималаи, там и природа разная, и горы разные, и население это разное тоже. В одном – мусульмане, в другом – буддисты. И вот это настолько интересно, настолько увлекательно, ведь они чуть не погибли там. Все это описано, кстати, вот в этом же фолианте, полностью приводятся записи Елизаветы Кондратьевны Верещагиной о путешествии по вот этим труднодоступным районам. Причем его предупреждали, англичане говорили ему, местные жители говорили, не ходите, вы погибнете. Тем не менее он поднялся. Он написал потом массу этюдов там наверху, в горах, спустился, приехал в Петербург, написал огромные картины. И вот сейчас вот в этом альбоме они как раз занимают самое почетное место работы из нашего музея в индийской поэме Верещагина. Сергей Николаевич, а, собственно говоря, книга издана в Индии на русском языке, на русском попала языке, в украинский музей. Попала, да. Каким образом? Ну, они... Но они же знают, кто автор этого подарка? Они же знают, что единственный в мире музей, да. Единственный в мире музей, который носит имя этого действительно великого художника и писателя, и гражданина, и много можно эпитетов ему приписать. Они вот прислали, да, нам прислали вот эту книгу. И мы рады, будете у нас в гостях, мы вам ее покажем. Ну, я вот, понятно, тут уже в силу служебного положения я ее увижу. А смогут ли ее увидеть обычные посетители да, музея? Да, в принципе, смогут. Мы, ну, как это то есть предполагается, что она как-то будет выставлена? Мы в витрину где-то можем ее выложить, да. И да, потому что действительно уникальная уникальное штука. Издание, 1000 экземпляров всего. Тираж, цветная. Причем там история замечательная. Наверное, самой большой картины Верещагина – это приезд принца Уэльского, будущего короля Великобритании Эдуарда VII в Джайпур. Это было событие, которое сам Верещагин видел. Это 1876 год. Еще королева Виктория, еще все по-другому. И вот Раджа Джайпура, он, значит, эту картину потом выкупает у Верещагина, дарит Калькуттскому музею. Сегодня она в Калькутте. Картина, у которой стоят толпы посетителей, ну вот, во всяком случае, если верить этой книжке, да, что там действительно масса людей. Ну, картина потрясающего размера. Огромный размер ее размер около 40 квадратных метров. То есть мы гордились вот нашими орлами, значит, которые 15 квадратных метров, но эта картина, конечно, значительно больше. По размерам... Орлы – это открытка просто. Орлы, это тоже большая картина. Ну, я имею в виду по масштабам Верещагина. По масштабам Верещагина, да. Но эта картина гигантского размера, и таких работ вообще, ну, вот я знаю там несколько работ, 35 квадратных метров в Лувре. Ну, вот это одна из самых больших картин в мире, несомненно. Причем там этот принц восседает, значит, английский вместе с Раджой на слоне гигантском, вот эти, и там целая вереница этих слонов движется по Джайпуру, это Северная Индия. Вот, ну, настолько очень красивая картина, действительно, она и гигантская. И вот один человек написал ее достаточно быстро, между прочим, по срокам. А то, что качество его живописи потрясающее, это, конечно, можете прийти, об этом говорить не приходится. Прийти в наш музей и убедиться в этом. Ну, обов'язково. Я дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали напередодні професійного свята і важливого дня для музеїв, коли ви долучаєтеся до в День Європи, долучаєтеся до європейської акції «Ніч в музеї» і ну, створюєте для миколаївців ну, такий справжній, ну, по-справжньому духовний осередок високої культури. І він існує вже друге століття
пішло. Пішло друге сторіччя. Приходьте до нас, да, ми відкриті. Да. Нагадаємо, що і у 16-го ви зможете побувати, і 18-го день відкритих дверей. День відкритих дверей музею ви також зможете побувати і ще раз торкнутися того мистецтва, яке я абсолютно впевнена, воно вічне. Отже, вирушаєте до музеїв, дивіться на ніч у музеї, дивіться, відкриваєте для себе мистецтво художників, які писали протягом багатьох століть і слід яких залишився в історії, ну і в нашому Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. «Любов єднає покоління». Так назвав літературно-музичну композицію, свою авторську літературно-музичну композицію, заслужений артист України Олександр Сичов. В цій композиції ми зустрінемось з артистом на наступному тижні. Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. В морі спокуси є хвилі великі, та не забудь у захопленні ти, що лиш родина бальзамові ліки, ліки від старості і самоти. Все відцвітає, жовкне й гине, вітром розноситься, ніби сміття. Тільки родина, як вічна зернина, на немирущому полі життя. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. З глибоким корінням, з високим гіллям. В нашій студії сьогодні гість, директор Миколаївської обласної філармонії Олександр Добровольський. Добрий день. Добрий день. Саша, ми от сейчас представили номер в исполнении Александра Сычева и на следующей неделе концерт Александра. Да. Если можно, несколько слов вот об этом концерте, а потом еще поговорим о планах филармонии на ближайшее время. У нас периодически проходят концерты наших солистов. То есть каждый из солистов делает свою программу. Вот буквально недавно был концерт Дениса Мисанчука. Он построил его из песен Муслима Магомаева.
А следующий концерт, вот, который состоится во вторник, 19 числа, угу. это будет авторский концерт Александра Сычева. Это будет литературно-музыкальный вечер такой, где будут читаться стихи под музыку, будет исполнять Александр свои песни, будет играть на скрипке. В общем, покажет все, на что... Все грани своего таланта. Да, все, что хорошее, да, хорошее, кстати, название у этого концерта – «Любовь, любовь едная поколение». Такая. Да, и лирика очень интересная у Александра, и вообще его стихи, он чутко реагирует на обстановку, на атмосферу, которая в стране, в городе существует. И, то есть гражданская нотка тоже, да? Да, конечно, он очень много... проводит благотворительных концертов, работает с детьми, для людей очень много делает. И поэтому его гражданская позиция всегда ярко проявляется. Да, поэтому этот концерт еще один из серии тех, которые сейчас проходят именно в связи с тем, чтобы как-то вернуть людей вот в русло духовности, культуры, потому что многие сейчас обращают внимание на то, что общая атмосфера и в стране, и в нашем городе несколько нервозная. И вот при помощи музыки, да, при помощи музыки, при помощи культуры, искусства вернуть людей все-таки к пониманию того, что наши внутренние эмоции, независимо от того, проявляем мы их или нет, создают определенный фон. И мы в этом фоне постоянно находимся. Поэтому чем больше будет добра, любви, красоты, позитива вокруг нас, да, тем больше мы сможем преобразовать эту атмосферу. И, как говорят философы, что не старайтесь воевать со злом, потому что поневоле вы будете агрессивны. Проявляйте добро, сочувствие, сострадание, и таким образом вот этой энергией любви вы сможете преобразовать любую атмосферу, любую обстановку. Вот и концерт Александра – это тот поток любви, гармонии, добра, радости, который он несет нашим слушателям, нашим зрителям. Саша, еще вот как раз ты начал эту тему, что мы в состоянии с помощью позитивных мыслей, с помощью позитивных эмоций каким-то образом пытаться создать гармоничную атмосферу рядом с нами. И есть действительно просто нетленные какие-то вещи, которые уже десятилетия, столетия какие-то, какую-то гармонию несут нам, какую-то радость, в том числе классика. Уже не первый концерт в этом году, вот через несколько дней предстоит, уже не первый концерт, который вы посвятили 330-летию Генделя. Ну да, у нас с костелом уже давние отношения культурные, и мы проводим там наши программы концертные. Конечно, это очень здорово, что у нас в городе есть орган, что есть возможность людям показывать звучание этого инструмента, демонстрировать разнообразную музыку, как классиков, так и современных композиторов. И если смотреть на научные факты по поводу того, как музыка вообще воздействует на людей, как она влияет на состояние человека, то масса фактов, говорящих о том, что музыка классическая, музыка в исполнении на различных инструментах, она по-своему воздействует на состояние человека, причем различные инструменты оказывают большее воздействие на какие-то определенные органы и системы человека. И вот наиболее широкий спектр воздействия оказывает как раз орган, то есть на все органы и системы, благодаря, наверное, вот этому разнообразию тембров, регистров, которые звучат в этом инструменте, проявляется наиболее полное и такое
сбалансированное воздействие на энергетику человека. Поэтому, скажем, с медицинской точки зрения и чисто эмоциональной, это очень такой полезный инструмент. Ну, а то, что звучание его особенное, и, скажем, мы можем там пытаться на баянах, юпитерах включать регистры и как-то отдаленно копировать это. Но, конечно, ту мощь, то насыщение, которое дает звуковой орган, его невозможно ничем изобразить. Поэтому рекомендуем посещать органные концерты, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это полезно для здоровья. И, ну вот, каждый человек, который приходит на такие концерты, вот все люди выходят и говорят: мы вот сейчас поменялись, мы выходим просто другими людьми. Вот заходили в одном состоянии, а выходят совершенно в другом. Да. У меня недавно здесь на работе у нас был один случай, когда молодая коллега, одна моя, она впервые услышала звук поющих тибетских чаш. Угу. И это тоже было совершеннейшее потрясение, это был такой эмоциональный, позитивный шок. И причем настолько глубокий, что она под впечатлением ходила несколько дней. То есть вот тоже такая удивительная вещь. Да, а не предполагается ли, может быть, вдруг так, я помечтаю, Николаевская областная филармония что-нибудь придумала, какой-нибудь такой концерт, какое-нибудь такое мероприятие, чтобы николаевцы услышали и увидели что-то нам неизвестное до этого времени. Что-то такое, чего не было раньше у нас. Может быть, это просто коллектив, а может быть, это и музыка, которую мы не знали. На сегодняшний день, конечно, очень много различных концертов, исполнителей, оркестров, ансамблей мы приглашали и показывали. И каждый из них, естественно, чем-то отличался, у каждого была своя изюминка. И вот у нас 3 июня стартует сезон концертных вечеров в летнем дворике Русского театра, то у нас запланировано много концертов с гостями, в том числе. Это и различные сочетания инструментов, и различные коллективы. Будут и молодые таланты, и уже опытные исполнители. Вот. Поэтому я искренне верю в то, что народ все-таки наш будет притягиваться на эти концерты и посещать мероприятия. Конечно, летний сезон, он, ну, во многом нестабилен. Это дачи, это базы отдыха, это какие-то отпуска у людей. Поэтому, как правило, в летних двориках бывает меньше людей, чем в кирхе или в костеле, или в театрах, когда мы проводим концерты. Но, тем не менее, атмосфера самого дворика, она очень располагающая. Опять же, люди, приходя, получают расслабление в тени деревьев, в журчании. Прекрасная атмосфера. Да, да. Да, я хотела сказать тоже, вот действительно, если, ну, не все же разъезжаются в отпуск. Конечно. И вообще лучшие альтернативы рабочему вечеру в городе просто нет, чем вот такой концерт. Да, побыть на свежем воздухе, да, и послушать красивую музыку. Вот. Поэтому, конечно, до концерта с тибетскими чашами мы еще пока мы не добрались, да, но все впереди. Есть много интересных инструментов, это и вибрафон, например, скажем, довольно редкий инструмент в нашем городе, который используется только частично в биг-бенде Владимира Алексеева, когда проходят концерты вот этого коллектива. Ну, если кто-то из заезжих гостей приезжает. Но вот он тоже во многом напоминает звучание этих тибетских чаш, потому что тоже металлические пластины, они дают продолжительное звучание и тоже отдаленно напоминает. Ну, планируется программа такой
легкой джазовой музыки в исполнении на вибрафоне. Надеемся, что она воплотится в течение наших летних вечеров. Летних вечеров. Да. Летние вечера будут продолжаться до конца августа, да? Да, если погода позволит, то где-то до середины сентября. Да, а так до конца августа, каждую среду в 19 часов, добро пожаловать в летний дворик Русского театра. Состоится при любой погоде? Практически, да, концерты у нас проходят при любой погоде, поскольку есть возможность при осложнениях каких-то проводить концерт перебраться в кафе. В здание. Да, перебраться в кафе. Там, опять же, располагающая атмосфера, есть рояль, который помогает в проведении таких литературно-музыкальных вечеров с сольным исполнением вокалистов. Камерным достаточно, камерным, да. Да. Вот. И, в принципе, для составов таких до 20 человек, исполнителей, мы там можем размещаться. Угу. Поэтому одним из таких концертов будет концерт нашего камерного оркестра «Арс Нова». Это будет их завершающий в этом сезоне концерт в конце июня. Вот. Потом они идут в отпуск. Ну и, собственно, остальные коллективы там тем более помещаются, и «Вильни казаки», и «Узоры». Ну и заезжие гости, которые у нас планируются, они тоже по составу. Небольшими коллективами. Да, небольшими, да? Коллективами. Еще у меня последний вопрос. Как правило, раньше, я понимаю, что это достаточно давняя история, но лето, это, кроме всего прочего, было еще и время гастролей. Николаевская областная филармония куда-нибудь сможет поехать? Планируются ли так называемые малые гастроли? Может быть, вы проедете по области? Это ведь тоже очень важно. Далеко не всегда житель Вознесенска или Первомайска может приехать сюда, в Николаев, послушать вашу музыку. Конечно, это все планируется, но насколько это будет реально, покажет время, потому что, например, в прошлом году у нас не состоялся ни один концерт на базах отдыха, в пионерских лагерях, вернее, в детских лагерях, потому что правкомы, которые обычно финансируют эти мероприятия, были не в состоянии в связи с изменениями в нашем финансовом положении. Вот, поэтому у нас прошлый летний сезон был довольно сложным. Что будет в этом году, какое будет финансирование, конечно, мы надеемся на то, что руководители организаций и соответствующих структур будут проявлять заботу о своих сотрудниках и смогут найти какие-то средства для того, чтобы мы провели программы. В связи с этим у нас практически остались цены прошлого года. Ничего радикально не изменялось, потому что мы понимаем тоже, что платежеспособность не намного увеличилась, хотя все цены возросли значительно. Вот, поэтому будем, конечно, работать. В планах есть и посещение наших районов, и мы предлагаем наши услуги. Ну, а уже что сработает, это только какое-то время. Такое слово нехорошее — услуги. Ваше творчество. Но да. Дело в том, что если рассматривать со стороны другой, как бы объективно смотря на вещи, то вот мы участвуем в конкурсе «100 кращих товарів України», потому что исполнительство, собственно говоря, оно по большому счету является услугой. Услуга, да. Но другой вопрос, что есть просто отрабатывание, выполнение какого-то договора. Люди пришли, там положили плитку или что-то построили, они отработали. А наши люди, они всегда работают творчески, тут абсолютно, да, абсолютно согласен с тем, что у нас процесс творческий, он всегда живой, он каждый раз, даже если вдруг исполняется та же программа, она в любом случае исполняется по-новому. Не бывает, да. То же самое, да. Поэтому каждый раз это новое исполнение, это не совсем то, что скульптура или картина один раз написал, и подходишь, смотришь, она все в том же виде, ну разве что там пылью припала.
А, но все равно зависит от того, в каком настроении пришел к этой конечно, картине. Конечно, конечно. И, как ты, и что ты какая поменяешь. Какая погода за окном, да. Свет сейчас. Безусловно, всего, всего. Безусловно. Да. А музыка – это тем более жанр такой постоянно меняющийся. И живой. Живой, да. И каждый раз это новое произведение искусства. Поэтому... Я дякую, Олександре, дякую надзвичайно за те, що ви сьогодні завітали до нас і за вашу творчість, безумовно. Я не маю на увазі роботи директором філармонії, а скоріше за все зараз подяка як артисту ансамблю народних інструментів «Узори», адже саме «Узори» відкривають літній сезон музичних вечорів у дворику російської драми. Це буде 3 червня, нагадаємо, 3 червня о 19 годині. Друзі, завітайте, ви жодного разу не пожалкуєте, якщо побуваєте глядачами цих літніх вечорів. Дякую ще раз, Олександре. До зустрічі у літніх вечорах. А поки що, із минулорічних літніх вечорів ансамбль народних інструментів «Узори». Добігає свого завершення наприкінці традиційно про найкраще, найцікавіше, найважливіше, про те, як ви зможете змістовно, цікаво, яскраво провести найближчі вихідні і наступний тиждень. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. 21 і 22 травня вистава «Майська ніч» за Михайлом Старицьким. Дивіться її о 18 годині. 23 і 24 травня – мюзикл «Леонардо». Він розпочинається о 17-й. На малій сцені театру 21 і 22 травня вистава «Пастіль брать будете?». Її початок о 18-й годині. 23 і 24 травня дивіться комедію «Баб'є літо». Вона розпочинається о 17-й годині.
Миколаївський академічний художній російський драматичний театр. 16 травня дві вистави. Перша для юного глядача – сестриця Альонушка і братець Іванушка. Її початок об 11 годині. І для дорослих – дікар о 17 годині. 24 травня – прем'єра. Вистава «Шикарне весілля» або «День сурка». Початок о 17 годині. Миколаївський обласний театр «Ляльок». 16 травня дивіться о 12 годині 30 хвилин спектакль «Айболить і Бармалей». 17 травня об 11 і 12.30 «Носорог і жирафа». 23 травня гарна казка про силу любові до ближнього «Маленька фея». Її початок об 11 і 12.30. 24 травня дивіться історію про жадібного Мишуню, який не вміє дружити, Мишкові гулі. Початок об 11 і 12.30. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна ви ще можете відвідати виставку творчих родин Миколаївщини «Єдина родина». Художні династії пропонують вам познайомитися ближче з їх талантами. Також музей запрошує на дитячу виставку обласного будинку народної творчості «Веселковий вернісаж». 18 травня у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна «День відкритих дверей» до Міжнародного дня музеїв. І цьому ж дню присвячується 16 травня «Ніч у музеї». Ви зможете переглянути експозиції, взяти участь у майстер-класі майстрів народного мистецтва, побувати на концерті. Від 11 години аж до самого вечора двері музею відкриті. Своя ніч у музеї в Миколаївському краєзнавчому музеї комплекс «Старофлотські казарми». Теж 16 травня. Майстер-класи по виготовленню театральної маски. Початок о 13, 15 і 17 годинах. Театралізована розповідь про рух сестер Милосердя у 14, 16 і 18. Майстер-класи по виготовленню паперових іграшок «Дергунчик» 14, 16 і 18. А ще квест «Перегляд старовинного кіно початку минулого століття» і наприкінці виставка Олени Шептицької «Психоделічний флюроарт. Вогняне і пірошоу». Початок о 20 і 20.30. У музеї суднобудування і флоту ніч в музеї відбудеться під лозунгом «На хвилях надії і сподівання». Тут відроджується традиція народних концертів у будинку головного командира Чорноморського флоту. Втім, з 9-ї години – екскурсії, а з 11-ї – майстер-класи майстрів народної творчості. З 14-ї ж починається великий грандіозний концерт духових оркестрів, музичних шкіл, колективів народних інструментів. Все це до 19-ї години. З 19 до 20 лунатиме камерний оркестр, а перед глядачем постануть живі скульптури у виконанні театру «Стук». Миколаївська обласна філармонія також запрошує вас на концерти. 17 травня о 16 годині 30 хвилин у приміщенні Римо-католицького костьолу Святого Йосипа. Концерт солістів філармонії присвячений 330-річчю Георга Фрідріха Генделя. 19 травня у приміщенні муніципальної виставкової зали літературно-музична композиція «Любов єднає покоління» заслуженого артиста України Олександра Сичова. Початок о 18 годині. У приміщенні виставкової зали будинку художників триває виставка, присвячена великій перемозі. Митці традиційно вшановують тих, хто виборов для нас мир і свободу. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили перша посмертна виставка відомого художника Володимира Зебека. Експозицію склали картини із приватних колекцій. Є такі, що жодного разу не виставлялися. В галереї на Спаській 45 виставка молодої художниці Тетяни Дердей «Ультрамарин». Ультрамариновий – улюблений холодний колір місткині. А ще вона дуже любить коней. Все це ви зрозумієте самі на її виставці. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова запрошує вас на бібліотечні сутінки. Вони 21 травня. Цього ж дня тут захід до Дня слов'янської писемності і культури з книгою «Скрізь віки».
Миколаївська міська бібліотека імені Марка Кропивницького. 19 травня о 15 годині поетичний вечір «Війна та мир. Вічне протистояння». Вечір присвячений Дню Перемоги і Дню Європи, організований бібліотекою разом з Національним університетом імені Василя Сухомлинського і Центром німецької культури. В обласному палаці культури 17 травня в рамках Днів грузинської культури показує концерт Грузинське національне товариство «Іберія». Початок о 16 годині. 22 травня – концерт двох яскравих колективів обласного палацу культури «Чорноморці» і «Суднобудівник». Початок о 18 годині. 24 травня у малій залі палацу «Світ високої класики» – концерт жіночого камерного хору «Орфей». Він розпочинається о 14 годині. Ще одна подія для юних любителів рок-музики. Тривають відбіркові тури рок-фестивалю «Вічна молодість». Вони відбуваються у рок-хаті. Вік учасників – до 16 років. Кіноклуб «Реаліті Шів Цінема», що у йога-клуба «Садхана», у травні пропонує своїм шанувальникам так звану шекспирівську програму. Історичні хроніки – жанровий розділ творчості Уільяма Шекспіра. Вони складають близько третини його творів, але не так відомі, як його драми. Тим не менш, їх драматичний ефект сильніший від того, що всі вони базуються на абсолютно реальних подіях англійської історії. Отже, дивіться у травні кіно по мотивах безсмертного Шекспіра. 16 травня о 19 годині 30 хвилин дивіться стрічку Сполучених Штатів Америки 1991 року режисера Гас Ван Сента «Мій особистий штат Айдахо». В одній з головних ролей – молодий Кіану Різ. Скотт – син мера Портленда. Вулична поведінка і чоловіча проституція для нього – бунт. Майкл – гей, який страждає від нарколепсії і не має жодних коштів існування. Разом два хастлери – гомосексуали-проститути – вирушають у подорож у пошуках матері Майка. Ці пошуки проводять їх до рідного міста Айдахо, далі в Італію і знову у Портленд. Ви запитаєте, де ж тут Шекспір? У стрічці є алюзія на північні дзвони Орсона Уелса, а той, в свою чергу, активно використовував матеріал із Генріха IV. Ось так. Це кіно ви зможете передивитися у суботу, 16 травня, о 19 годині 30 хвилин, у кіноклубі «Реаліті Шів Цінема», що у йога-клубі «Садхана». 23 травня о 19 годині 30 хвилин вашій увазі фільм «Генріх IV», ще одна частина міні-серіалу «Пуста корона». Фільм режисера Річарда Ейра, виробництво Великобританії 2012 року. Екранізація одноіменної п'єси Уільяма Шекспіра. Царювання Генріха IV затьмарено відчуттям провини через смерть Річарда, громадянську війну і побоювання за сина Хела, майбутнього короля Генріха V. Це кіно ви зможете передивитися у суботу 23 травня о 19 годині 30 хвилин у кіноклубі «Реаліті Шів Цінема», що у йога-клубі «Садхана». Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші і відпочивайте змістовно і цікаво. На сьогодні все. Я з вами прощаюся. Ви самі могли почути, скільки цікавого, скільки яскравого на нас очікує найближчим часом. І, думаю, є що вибрати, є з чим познайомити ваших дітей. Про це не забувайте. Я ж з вами прощаюся до наступної програми. Хай щастить. В ефірі зустрінемось.